Повышение престижа профессии семейного врача и культуры медицинской помощи на селе. В Белгородской области под личным контролем губернатора Евгения Савченко идет реализация масштабного проекта «Управление здоровьем». Глава региона с рабочей поездкой посетил Губкинский район. В центре внимания – оснащение сельских фельдшерско-акушерских пунктов. В селах региона продолжается зарыбление прудов, за которые взяли ответственность территориальные общественные самоуправления. В Новоскольском районе план уже выполнили, запустили рыбу в 10 водоемов. Как зарождалась новая жизнь в заброшенных прудах, увидели корреспонденты «Мира Белогорья». 19-летняя жительница Губкина Мария Морозова, представившая Белгородскую область в финале национального конкурса красоты «Мисс Россия-2017», вошла в десятку лучших. А закулисье конкурса в эксклюзивном интервью.